день, дорогие друзья. Встречайте шоу-студия «Фиеста» и ваши громкие аплодисменты! Встречайте первый номер шоу-студии «Фиеста». Цирковая студия «Фиеста». Игра с обручами.
Встречайте, наши гости, шоу-студия «Трюк». И музыку нам, пожалуйста. Цирковая студия «Фиеста» и новогодний волшебный номер. Ваши громкие аплодисменты! Thank you.
студия «Фиеста» и ваши громкие аплодисменты. Замечательно. Ну что, дорогие друзья, пока еще одни участники нашего представления готовятся, мы с вами немножко будем делать волшебство, то есть немножко станем настоящими волшебниками. Музыку нам, пожалуйста. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
и поэтому мы встречаем их громко-громко, хлопая в ладоши.
Замечательные паучки от цирковой студии «Фиеста». Thank you.
Check out, once again, it's all about the net it up, neck kiss, laugh.
Цирковая студия «Фиеста». Pourquoi ces charmes tu recommences? Je suis galette sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je ne m'enfuis que tout recommence. Цирковая студия «Фиеста». Мы здесь встречаем старшую группу цирковой студии «Фиеста».
Резко и встречаем гостей. Цирковой студии Резко, цирковая студия Трюк. Гости закончили наше выступление. Ну что, давайте посмотрим еще один номер, что у нас из этого получится. Музыку нам, пожалуйста. Thank you.
Алена Зайченко. Поляковая Екатерина.
Кульматинская Мирослава. Назаренко Мария. Громкие аплодисменты нашим участникам. Наши гости, получается, Камар Един. Это тебе. Вот. Это тебе за успехи в акробатике, потому что ты участвовал у нас еще на соревнованиях в акробатике, поэтому тебе сразу за два. Ну что, дорогие друзья, похлопали нашим артистам. Дорогие ребята, вы молодцы. Идите в зал к своим родителям, к мамам, папам. А мы вам всем говорим до свидания и до новых встреч. Пока.